Вот такой вот браслет ярко-ядовитого желтого цвета, очень ярко горит в свете фар, как ближнего, так и дальнего автомобиля, любого автомобиля. Применяется, как правило, вот на верхних конечностях, вот так. И при движении создает эффект свет возвращения, и водитель вас заметит. Осенью короткий световой день. Рано темнеет и поздно светает, а мокрый асфальт и плохая освещенность могут привести к печальным последствиям и для пешеходов, и для водителей. В этот период возрастает число наездов на пешеходов. Это связано с тем, что горожане вечером надевают темную одежду, их практически не видно на проезжей части. Сотрудники госавтоинспекции давно рекомендуют надевать на одежду светоотражающие элементы или фликеры, чтобы стать заметными. Как сказал начальник ОГИБДД Александр Косенков, фликеры водителю видны за 150 метров. Насколько это эффективно, поехали проверять. Эксперимент мы решили провести на слабо освещенном пешеходном переходе возле сквера за Домом культуры. Действительно, увидеть ночью человека в темной одежде практически невозможно. Надев фликеры на пешехода, мы решили проверить, можно ли заметить его на дороге за 30 метров. Итог эксперимента увидеть можно. Для чистоты эксперимента мы решили отправиться в более темное место на тропу здоровья, где минимальная концентрация пешеходов и совсем не видно дороги. Ну что, давайте посмотрим, видно ли человека. Как показал эксперимент, фликеры действительно работают. Они помогут вам обезопасить себя в темное время суток на дороге. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.